Встал утром, умылся, привел себя в порядок. И сразу же приведи в порядок свою планету, говорил маленький принц. Для жителей дома номер 54 на Красноармейском проспекте их двор своего рода маленькая планета. И для его благоустройства сил они не жалеют. Мы своими силами пытаемся здесь что-то соорудить, не знаю, возродить. То есть, как бы, чтобы наши дети были чем-то заняты. Ну, в принципе, стараемся из наших детей вырастить что-то, ну, хороших людей. Будем счастливы, если у нас появится детская площадка нормально, где детишкам можно будет на качельках покачаться и погулять нормально. Во дворе много детей разного возраста. Приходят дети из соседних домов. А народные умельцы нашлись и в другом дворе. Из подручных средств смастерили персонажей сказок и мультфильмов. С миру по нитке, скажем так. Каждый что-то придумывал, потом это все больше и больше разрасталось и привело к такому результату. Детям очень нравится, вот, когда они все это увидели, у них, конечно, был такой детский восторг, вот, во-первых, есть где им побегать, вот, все как бы, ну, мы сделали такой заборчик, как бы огородили, вот, лебеди у нас, то есть им очень это все нравилось, тем более смешарики, их детские мультики, они в восторге. Креативный двор, цветущий двор, старость в радость, приз зрительских симпатий. Номинаций в конкурсе много. Оценивать дворы будет специальная комиссия по разным критериям. Среди них наличие мест отдыха, состояние контейнерных площадок, содержание придомовой территории. Всего по итогам конкурса будет отобран 71 двор. В них наличные средства Владимира Груздева весной следующего года установят детские игровые комплексы. Максим Круглов, Борис Глоба, ТВ-центр Тула.